Сегодня же Юрий Поляков принял участие в краевом совещании по вопросам строительства и ремонта автомобильных дорог. Обсуждение проходило в режиме видеоконференции. В прошлом году муниципальным образованием края на улучшение дорожной сети было запланировано выделение 4,5 миллиардов рублей. Эти цифры озвучили в краевом Минтрансе. В итоге часть средств осталась неосвоенной. Это недопустимо, заявили в правительстве. В Анапе, напротив, все идет по графику. Напомним, что сегодня при поддержке Министерства транспорта Краснодарского края полным ходом ведутся работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. К лету будет построена кольцевая развязка в районе санатория «Россиянка», дополнительная четвертая полоса появится на Симферопольском шоссе, началось строительство обхода Анапы через Чембурку и хутор Красный с выходом дороги в районе хутора Воскресенский. Разрабатывается проект дороги от Супсекского шоссе до улицы Мирной. Наша задача – все деньги, которые нам выделяет край, четко их осваивать. А главное освоение – все зависит именно от вас. Вовремя поддать торги, вовремя разыграть, получить нормального подрядчика и произвести работу.